Непременно советую заглянуть на игровой канал Кристи Рео Геймс. Кристи – замечательная девушка со своим особым подходом к аудитории, которая в летсплеях делится своими искренними, неподдельными эмоциями со зрителями. Также она ежедневно выпускает видео с прохождениями актуальных игр. Поэтому тебе будет очень легко удерживать сюжет и, окунувшись в атмосферу, проходить игры вместе с ней. А если ты хочешь увидеть то или иное прохождение, залетай к ней на канал и смело предлагай игру Кристи. Уверена, что она точно поможет ощутить тебе новые эмоции от игр. Всем привет, с вами Юмилия. Давайте смотреть монтажик Мармока по Battlefield 2042. Поехали! Да. Какая музыка? Слушай, мне очень удобно спавниться на тебе. У тебя этот крюк кошка или как он там? Я тоже хочу его открыть. Ты так охеревший шел с этой кошкой, я только пришел. А что ты хочешь? Я так могу. Дай мне, тоже хочу. А я так могу. А ты лох цветочный. Гнида! Толстый, цветочный, сиськастый, лох! Чё так жестко? Обидно, вот это было. Подойди поближе. Слушай, я сейчас это доберусь до тебя. Ты думаешь, только ты туда можешь забраться? У меня тут свои народные способы. А я, кажется, поняла. Посчитай до трех просто. Давай. Лестница на нем. Два. Три. Ку-ку, камперюга! Съел говна. Вот и оставайся здесь, да, блядь. Что зря умер? Блядь, парашют. Блядь, парашют. Блядь, парашют. Блядь, ладно, я спустился без парашюта. Уникальнейший способ. Здесь часть подлодки в корабле, прикольно. Вау, по этому канату можно еще выше забраться на краб. Бля! Только еще ж ухватиться-то надо! Немного рандомных, коротких, несвязанных не между собой моментов. Если стреляешь издалека, менять режим на одиночку на боя. Это вообще без этого никак здесь, отвечаю, просто никак. Вообще никак. Тут тело свежее, пахнет дерьмом, он обосрался. Здорово, возможно. Я обосрался. Давай спрыгнем синхронно, и кто последний раскроет парашют, тот лох. Давай, пёс. А ты точно понял условия, да? Ну понял, прыгай вниз. Поехали. Раскроет последний. Давай, сука, давай. Гондон! Я же сказал, кто последний, придурок. Спереди у тебя человек. Я вижу его. Я съёбываюсь! Просто забил пик на противника. Я на 100% сфокусирован. Я на 100% не понимаю, что происходит. Ах ты сын многоуважаемой женщины. Я тебя подниму. Я хочу поиметь его с РПГ, отойди. Давай. Я хочу засунуть ему в рот РПГ, где он? На, нахуй. Вот это месть. В нос буря попала. Это ваша буря, что ли? Говно. Это все, на что она способна. Вот попытайтесь мою жену оскорбить. Вот это буря будет, блядь. Ой-о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 й
лицо просто. И красиво. Он тебя не сбил, охуеть. Ну, я увернулся, как Паша техника здорового образа жизни. Как они вот убивают? Блин, красивая игра. Это было? О. Что? Это куда я заспавнился? Мать моя женщина. Спаси и сохрани. Это не то, я не то все делаю. Что? Почему по мне стреляет свой? Ты ебанашка, что ли? Ватрушка! На, нахуй, забрал тебя за собой, сука! Это было красиво! Не то чтобы я понтуюсь, просто я лучше всех. А это нормально, что у меня женщина говорит мужским голосом, или это транс? Охренеть, машина, возможно, все в нашем мире возможно. Что она, блядь, тут делает, нахуй? Заехал. Блядь, это просто ватрушка, я боюсь их, серьезно, это пиздец. Ну все, мне пизда, она идет на меня. Ты ведешь себя не как мужчина. Вот кто это поговорил? Вот, локация, я на ней ещё не играл. Она говно. Она да говно. Нет, говно первое, где темно и дождь. Вот это говно, я считаю. А тут прям ярко.
Вырвиглазно. Да, это тоже говно. Я подниму тебя в бомж. Да ладно. И не умрешь. Скажи волшебное слово. Я больше не буду плакать. Вот она меня понимает, мужской поступок. Пошли наверх трахать их. Поехали, давай вместе, давай красиво. 3, 2, 1, поехали. Сядь ко мне. Ватрушка, мы сейчас гучу. Погоди, но я живой пока. Исправь это. Тут вертушка захватывает на... Вопрос решен. Да. Я сейчас тебя подожду, потому что не стрелок. Все, я сел в транспорт смерти, езжай. Все, поехали. О, дворяга на дороге. Убил. Чувак, слева, прям слева. Вижу, но на холме, но на холме. О, капец, их много. Давай, давай. Вижу, блядь. Красиво. В доме, в доме. Жми в дом. Жму в дом. Но все равно момент был крутой. Слева на точке. Справа, сейчас будет справа. Слева, справа. В смысле? Везде. Да и ебать, да я ничего не понимаю. Слева, справа, напротив, впереди. Глаза разбегаются. У меня глаза как у голубя сейчас. Я вообще ни хрена не понимаю. Там техника с длинным стволом. Не надо, давай налево. Красиво. Ай-яй-яй-яй. Отъезжай. Он довольно круто управляется танком. Давай. Стреляйте, блядь. Да не, по кому, все, никого не вижу. Нас убьют. Я убил. Давай, да не ссы. Я прижал писюн. Нормально. Ча не охуеть, чувак. О, да тут я охереваю, сколько их там! Они чисто тащат эту катку своей тиме. Жмите. Я не вижу. Кто-нибудь знает новые матерные слова, старую же ситуацию не описывают. Я уезжаю. Дай газу, как. Блин, круто они тащат. Все сделал, брат. Вот это жарище. Стартуй. Красиво уехали. Либо в портал. Да, давай портал попробуем. Погоди, я не совсем понял, это тут что это? Третья батла! Пошли туда. А мне любопытно, что это? Это просто локация из третьей батлы? Это оружие из третьей батлы? Это все? Это третья батла в этой батле? Да. Это мы сейчас будем играть в третью батлу? А я, если честно, подумала, что это просто в вот этой новой батле рекомендуются старые, типа, чтобы он их купил. Да. Ты за меня, придурка, не держи. Я не могу понять тогда смысл, зачем играть в новый Battlefield, если можно играть в нормальный Battlefield. Будем играть в третий Battlefield. А там чуть раз отдофига же. Мы прекрасно понимали, что их новый Battlefield, ну, в котях, мягко говоря. И они решили на всякий пожарный добавить старый Battlefield в новый. Боже, мне аж олдскулы сводит. Жестко он разносит, конечно. Как это приятно! Ну чё, мужики? Вот и встретились долбоёбы, которые отдали по $100 каждый за новую игру в раннем доступе, чтобы поиграть в старую. Вот это, конечно, мы да. Ну-ка, вот через молодой человек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Там танк, у меня С4, я там эти дефизи. Поднимите меня! Спасибо! Не эпиляцию, а дефибрилляцию! Можно мне, пожалуйста, бля! Ты не поднимаешься! Здорово, брат! Есть семечки? Что? Я вижу БТР. Я хотел бы к нему как-то подобраться и подарить ему С4. Нет, ты мешаешь моему плану. А, вот, да, есть. Ты тоже. Это мав. Он просто всех насилует. Что красивое сделал, блядь. Кто это? Не знаю, обращали ли вы внимание, но в чате очень часто пишут «Мармок», потому что видят, что это он, хотят обратить внимание как-либо. Что ты делаешь? Порнхаб открыл, что ли? Ребята, я вам так скажу. Новый Battlefield, на самом деле, не такой уж и плохой, а довольно приятная игра. Ну, как-то выглядит. Ну, стал бы он подешевле. Напоминает мне другую Battlefield. Я тоже играю. С4, у меня аж С4. Я к БТРу! А, ты человек, ладно, это я приобниму по-дружески. Шикарный фраг в спину, спасибо, Battlefield, я все разглядел. Я больше не хочу к БТРу. У меня в попе ощущение, что сейчас С1 захватят. Ну, честно, ватрушки приехали сюда. Я к вам, я понял, я люблю такие тусовки. Так вот, не люблю. Ты куда заехал? Тут папа какает.
чей-то. Выйди он отсюда. Он делает? Почему ты едешь? Он по стене едет? Чёрт! Это так и должно быть, или это баг? Офигеть. Курю и вижу, как ваша матрешка блядская взлетает из-за здания, как ракета ёбаная. Что это? Кто стрелять? Что это ты выше, делаешь? Выше мрази, мне Олег, кажется. Олег, нет. Это не тот корабль. Это не тот корабль, Олег. Да. Нам не нужен корабль. Они не туда забрались, получается. Поехали наверх? Да, давай. Я думаю, там весело, там вражеская точка. Как давай, ты заметил, давай. Все время по ходу этого ролика, ну большую часть, они играют вот прямо на верхах карты. Просто вот как в фильмах, это чтобы все было. Мы умрем? Получается. Как думаешь? Нет, нет, нет. Мы не умрем. Я хочу, чтобы все было как в фильмах. Погоди, не садись. Давай по одному лифту возьмем. А, эпично выйдет. Кто выживет? Кто-то идет, враг идет. Пока. Жди мой лифт. Да придурок, бля. Сыкло, ебано. Ну, удачи тебе, ты труп теперь. Не знаю, кому как, но мне хочу... некоторые карты, включая эту, напоминают Warface вот чем-то. Надо это посмотреть. Давай. Граната! Воздушная! Липка! Сатана взбирается на небоскреб, блядь! Охуеть. Да не, офигеть. По небоскребу, блядь! Все-таки это не баг. Я все видел в этой жизни. Это мой щекокон, блядь. Просто. Ну, 42-й год. Ёбаная Макарена. Это работает действительно. Да, только заносит. Ты прикинь, как они наверху сейчас охренеют. Их сейчас такая ситуация постигнет. Им сейчас такой кобздец наступит. Ох, мать вашу. Давай. Я не вижу ни хрена, где мы? Ой-ой-ой. А, никого? А где все? Олег, блядь, они мы еще на другом выше. Здании. Олег, ты ювелир. Олег, ты ювелир. О, поехала, пошла. Вперед, присягнитесь, ребята. А вдруг снова не то здание? Все прилетит обратно. А можно вопрос? А можно? А что будет, когда мы заберемся? Это опять не тот небоскреб. Да, не тот. Вау, мы его перелетели. Что происходит? Сейчас уши взорвутся. Сейчас пора молиться. Что? Что? За другое здание. Сразу на левое здание перепрыгни. Ого. Спайдермен, зацепись. Офигеть. Олег. Я очень надеюсь, что мы сейчас довольно приятный и неожиданный сюрприз делаем ребятам, которые засели на этой крыше. Я бы на их месте закончился точно сразу. А, тут препятствия, ребята. Нам надо как-то объехать вывеску. А как? А ее снести нельзя? Как объехать? Ну вот сложности всякие тут на пути. Не понимаю, мы что, блядь, спокойно можем поворачивать, что ли? Что происходит? Физика осталась на земле, тут ее нету. Ой-ой-ой-ой-ой! Надо ну пукните кто-то, ну, ёбка! Они! О, зацепись! Он охуел просто! Здорово! Мы кого пустим? Ёбаный рот! Враг! Всё, ща будет жопа! У нас 4, чувак! Ещё? Месячные! Что? Что ты? Вот это мощь! Вот это захват точки, я понимаю! Всё, подгрузка! Извинись. Извини. В моменты не достаешься отдельного внимания. Угу. Чё? Почему я умер? Как это вообще случилось? Ну это что, приземлилось мне на голову, что ли? Именно. О, меня спасли, меня спасли. Да, я что? Блять, что? Блять! В здании человек мертвый. По мне стреляют, блять, ты кто она? Еще один, режу его! Да, что вообще происходит? Что тебя отремонтировали? Что тебя отремонтировали? Ролик сломались. Можешь отремонтировать? Твою мать! Там враги, это танк! Докажи, что ты. Докажи, нет, не успел нажать! Не успел, ракинька, я жду гранату у еркерми!
Штерн, я уже на нахуй перешел. Тут хотя бы показывают, кто тебя убил, потому что в пятой нифига. Как это работает, мать твою. Танк задавил. Меня толкает танк. Это турбоускорение. Привет, друзья. Привет. Battlefield 2042. Полное говно. По крайней мере, в раннем доступе проблем у игры очень много, а времени у меня очень мало. Поэтому вот мое скомканное до состояния в одно слово мнение по этой игре. Но я очень надеюсь, после релиза DICE игру пропатчат, запатчат и откопатчат, чтобы она нормально летала. Потому что в нее тянет играть, но отталкивают негативные аспекты, которые ломают наслаждение от игры. Поэтому ну, да. Будем ждать. Ну а пока можете поиграть на нашем GTA сервере, ссылка в описании. Я всегда найду место, где запихнуть наш GTA сервер, а если меня кто-то обидит, я мать позову. На этом все. Никто здесь не собирается обижать Мормока. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Марин, никто не досматривает до конца. Я, который хочу увидеть себя в рамке. А? Марин, пузо у меня подросло, конечно, спортом бы заняться, а я, сидя посреди углеводного рая, внезапное осознание. Вернулся из армии, прохожу восстановительную мормокотерапию. О, ну я понимаю, каково это без мормока, целый год, без топового, классного, хорошего, позитивного настроения. Зато у парня есть дофигища контента, который сейчас, прямо сейчас он может посмотреть. Мне бы самой хотелось бы поиграть в батлу, но я слышу о ней массу негативных отзывов, пока что покупать ее не хочу вообще, поэтому потерплю, подожду, пока на нее будет скидка, а может быть и бесплатная раздача, как это было с первой батлой, ну и с пятой тоже.